получается. Начинай, попробуй. Вот так вот надо шевелить лапой. Теперь я понимаю этих двуногих, которые подсаживаются на спиннеры. Это зависимость, это сводит с ума. Хай, ты на канале Magic Family. Меня зовут Аня, и со мной мои собачки. И сегодня, ребята, мы будем делать спиннер. Но не просто спиннер, а спиннер для животных. Но не просто спиннер, а вкусный спиннер. Так что... Поехали, да? Поехали! Мы будем делать спиннер для питомцев из картона, потому что он для животных безопасен. Сделаем сначала форму. А почему не из шоколада, например, как в других видео на ютубе, а? Потому что собакам нельзя сладкое, Юми. Ну так неинтересно. Не переживай, у нас будет не просто спиннер, он тоже будет вкусный. То есть мы будем есть картон, что ли? Нет, Юми, просто я кое-что добавлю в нашу конструкцию, скоро увидишь. Привет, я Софи. А я Миша. Лайк. По-моему, кое-кто еще не подписался на канал. Так что подписывайся, если живу с тобой. Черт, кажется, я что-то сделала не так. Ну что ты, надо было вырезать дырку для подшипника, а не наоборот. Иногда мне кажется, мои собаки умнее меня. Вообще-то так и есть. Вот и наш первый спиннер. Ну как вам, ребята? Ух ты, эта штука крутится. Ну да, это прикольно. Но, по-моему, он получился какой-то кривоватенький. Миш, ты тоже так считаешь? Да. Переделывай. Эйвен. Эта штука меня пугает. Юми. Крутилка, это, конечно, весело. И то, что он не симпатичный, даже ничего. Он же типа безвредный. Но вот только ты обещала, что его можно будет есть. А я пока не вижу, что тут есть. Сейчас мы сделаем другой спиннер, более симпатичный и с вкусняшкой. А можно я покручу его? Сейчас покрутишь, Юми. Я не могу его декорировать деталями, потому что это небезопасно для собак. И краской красить тоже будет опасно. Но зато я могу украсить его лакомствами. И ребятам будет явно веселее им играть. Получится отличная развивалка. Какие выберем лакомства для спиннера? Вот эти вот длинные. Да, вот эти палки, которые прислали в посылке. Отлично, как скажете, ребята. А можно нам пока что лакомство поесть? Да, пока ты делаешь. Нет, девочки, так не пойдет. Сначала я делаю спиннер с лакомствами, а там вы уже сами попробуете их съесть. О, какая вадина. Будешь обзываться, Юми, вообще ничего не получишь. Она просто маленькая задира. Это точно, Софи. Ну все, простите, что делаем? Дырочки для лакомств в наших лопастях. Два лакомства готовы, сейчас ставим остальные. Ой, ну можно мне кушать хотя бы вкусняшки, ну а? Слишком много лакомств тоже нельзя. Ничего нельзя, блин. Ну ладно, на маленький Ой, кусочек. Ой, спасибо, добрый человек. Сейчас вставим в него я подшипник. Я уже хочу развиваться, давай мне. Я очень хочу развиваться, давай, давай. Ну как, ребят, этот спиннер получше? Да, он явно посимпатичнее. И повкуснее. И очень вкусно пахнет. Чего там вкусно пахнет? Кто будет первый опробовать наш спиннер? Ребята, а если вы хотите, чтобы я сделала еще один спиннер для собак, только уже не с лакомствами, а игрушку, пищалку или пушишку, что-нибудь интересненькое, ставьте лайк этому видео. Что-нибудь интересненькое? Да, Юми, и напишите, если у вас какие-то есть идеи, в комментарии. Софи? А, чё? Я буду держать спиннер, а ты попробуй съесть лакомство. Ой, нет, Аня, а можно я полежу и посмотрю, как другие это делают? Он так классно вертится. Ну давай, Софиш, попробуй. Ну ладно, давай попробую. А на своем канале, ребята, сегодня я сделала супер дизайнерский спиннер Monster High. Обязательно посмотрите, ссылочку я оставила внизу. Нет, это же невозможно, он все время крутится и уходит изо рта. Юми, сумеешь? Он правда все время крутится. Как же вкусняшку зацепить? Она все время вертится, это твоя вертушка. Это же спиннер, конечно. Попробуй еще раз. Давай, я буду попробую лежа. Ты держи его так, чтобы он не крутился. Юми, в этом вся и фишка. У меня не получается. Давай, Юми, ну не сдавайся, попробуй еще разок. Смотри, как он классно крутится. Крутится там, он может и крутится, но невозможно достать вкусняшку. Слишком много надо прилагать усилий. Конечно, мы не делаем ничего просто так. У нас спиннер не только для того, чтобы развлекаться, а для того, чтобы развиваться. Может, Эйвен сможет? Да, он правда все время куда-то уходит. Когда его трогаешь языком, он постоянно крутится. Может, у меня получится? Может, я попробую? Да, пусть Миша пробует. Да, это правда сложно. А может быть, кто-нибудь из вас хочет его покрутить, а, Миш? Я попробую. Давай, Миш, начинай, попробуй. Вот так вот надо шевелить лапой, да? Да, у тебя получается, давай еще разок. Вот так вот лапой надо шевелить, чтобы он крутился. Скоро ты научишься крутить его быстро. Ты такая молодец, Миша. Надеюсь, я научусь. А можно я тоже попробую? Ну, давай, Софиш, попробуй, крути. Вот так вот надо. Раз, раз. А может быть, другой лапой попробовать? Ну, давай, пробуй. Раз, раз, раз. У меня тоже получается. Может быть, у тебя получится со временем раскручивать его очень это быстро. Это просто какой-то гипноз, какая-то зависимость просто. Теперь я понимаю этих двуногих, которые подсаживаются на спиннеры. Это зависимость. Это сводит с ума. Ням-ням-ням-ням-ням. Аня сделала самый лучший спиннер, потому что он для собак, а не просто так. Спасибо, Юби. Можно вот таким вот бриллиантиком украсить. Миш, а что ты там жуешь? А я вкусняшку от спиннера. У тебя получилось? Миша в последнее время проявляет просто гениальные способности. Не каркай, Софи. Да, молчу. И время приветов случайным репостнувшим наше видео и в соцсетях. Привет вот этим классным ребятам за репост. Спасибо, что помогаете каналу. Слушайте, ребята, а может нам сделать спиннер еще и для хомяков?